еще есть? Нет. Ладно, держи. А вы что здесь делаете? Дядь Вась, мы просто вентиляцию смотрели, как работает. Любопытный Варваре на базаре нос оторвали. Ваше дело шлак возить. Хорошо вас немцы не видели. А то всыпали бы вам плетьми. Да он, кажется, газом тянет. Вот мы решили проверить, хорошо втягивает или нет. Да, дядь Вася, а то задохнемся еще. Ты же сам всегда говоришь, что у шахтера две смерти. Газ на обвалы. Ну так и есть. А ты че голый гуляешь? Где ватник? Да вчера на хлеб обменял. Пойди в подсобку и робу надень. Пошли отсюда. Слушай, а твой отчим, он точно не сдаст, а? Да ты что, он мировой мужик. Я ему как себе верю, он мне отца заменил. Стоять. И аусвайс. Документы. Что в портфеле? Der hat nur Gebäck da drin. Komm, zeig ihm doch. Пирожки. Alles klar? Хочешь, бери все. In Ordnung. Fahren Sie vorbei. Хорошо, проезжайте. Готов? Я. Да. Sehr gut. Отлично. Ну что там? По плану. Мы можем гордиться своей работой, Олег. Я не просто так сказал «мы». Ты проделал эту работу бок о бок со мной. Ты сделал свой вклад в открытие шахты. Я просто носил за вами портфель? Нет, ты мне очень помог. Только представь, через неделю тут закипит работа. И вагоны угля поедут в Германию. Этот уголь достанется вашей армии. Олег! Войны были всегда. Всегда были победители и побежденные. Отнесись к этому философски, Олег. Наша победа неизбежна. Сталинград практически взят. Мы принесем вам немецкую культуру и цивилизацию, о которых русские не имеют понятия. Я уважаю вас за то, что вы знаете свое дело. Вы единственный, кто понимает меня и разговаривает со мной как с равным. И мне очень жаль, что... Я знаю, что ты хочешь сказать. Ты забыл тогда залить бензин.
Я видел твою красавицу. Ты молод и летаешь в облаках. Прощаешь меня? Natürlich. Конечно. Dann sind wir wieder Freunde. Тогда мы снова друзья. Ich habe die Taschenlampe am Fahrstuhl. Я забыл фонарик у лифта. Я сбегаю быстро. Du bist sehr vergesslich geworden. Ты стал очень забывчивым, мой друг. На нижнем уровне пахнет газом. Господин Бог остался там. Получилось. Кошевой не подвел. Дай посмотреть. Теперь всех будут трясти, но за Олега Первого примутся. Если Олег не сдержит, нам всем конец. Сдюжит. Железный пацан. Наш. Саша, все тут! Кажись, инженера завалило! Пошли! Вставай, вставай! Объяснительный, сынок. В ночь пожара ты возвращался в участок за ружьем, так? Так. А Гриц говорит, что тебя не было 2 часа. Многовато времени, чтобы ружье взять. Да и в участок ты не заходил. А, Гриц, так было чи не? Все так, Василий Александрович. Не было, не заходил. За ружьем не заходил? Руки! А на пожаре появился из ниоткуда? Да куда ты ходил в эту ночь? Давай, рассказывай, богатырь. Терять тебе уже нечего. Эх, сынок. Ладно, я все расскажу. Пусть только вот они выйдут. Да сейчас, разбежимся. Выйди! Печку угля подбрось. Далеко не уходите. Позову, если что. Да что ты говоришь? Ты то пошли по бабам. Идем. Все. Закончился. Богатырь. Thank you.
теперь можешь меня казнить. Что за... Да не забей ты в ухо! Ё, Михаил, все святые великомученики, избавьте моего сына от смерти и болезни винопития, пожирающий меня, Акилев. Мать, год! Год в церкви меня отчитывала! Год! Илья наш поп, ей говорит. Он сам читает молитву. Три раза на дню, каждый день. Господи, можно? Ну что, помогло? Кого помогло? Еще хлеще пить стал. Тот день тоже, когда пожар был. Меня ж приперло. Я побег сразу в переулок бабки. Она там варит и днем, и ночью продает. Я к ней взял пол-литру. Выпил. И началось. Начало меня крутить, вертеть, выворачивать. Еле до кустов доскакать успел. Пока пробку там тыщ, не вышибло. Не полегчало, понимаешь? Чуть не сдох там. Потом уже, как полегчало, я сразу в участок. Сразу в участок, там уж полыхало вовсе. Погоди-ка. Так ты у Антоновны горилку брал? Ну, в переулке. Ну ты дурак! Что ж ты сразу-то мне не сказал? Она же в брагу куриное говно добавляет для крепости. Я однажды с ее горилки 2 недели чертей ловил. Что ж ты раньше-то умолчал? Да позорно, Василий Александрович. Да мне же нельзя, я же... Это лекарство. Давай. Sie waren persönlicher Assistent von Hopf. Вы были личным помощником Гопфа. Он доверял вам, так? Вы были главным помощником у Гопфа. Нет, их цою безеца них. Не нужно переводить, я говорю по-немецки. Да, я был его личным помощником. Не нервничайте, я просто хочу разобраться в том, что случилось. Что-то разает meine Kindheit. Я с детства заикаюсь. Расскажите, как вышло, что господин Гопф остался в шахте один. Мы спустились на лифте, чтобы осмотреть шлюзы вентиляции. Потом запахло метаном. Господин Гопф послал меня наверх, в контору, за газоанализатором. Я только поднялся, и сразу раздался взрыв. Кто еще был внизу? Никого. Работы по очистке тоннеля уже закончились. А искра откуда взялась? Или хотите сказать, что Гопф, как последний дурак, закурил в шахте? Или это была диверсия? Я не понимаю, о чем вы. Гопф не курил в шахте, никто не курил. Набейте ему морду. Был случай, когда от одежды искра образовалась. А для метана много не надо. Er sagt, es gibt solche Fälle, wo das Funken durch die Kleidung entstehen konnte. Metan braucht nicht so viel, sagt er. Стоит ли тратить столько времени на какого-то щенка? Нам стоит искать заговорщиков среди взрослых работников шахты. Господин полковник прав. У нас еще 150 рабочих, передовиков производства. Довольно. Вы пока свободны. На выход. Иди, иди, сынок, иди, иди. Раус. Next. Следующий. Быстрее давай. Да сейчас. Ну что там? Нет там ничего. Вы не это ищете? А то я сегодня полез, смотрю, тряпка знакомая. Спасибо. Ты, парень, в следующий раз будь поосторожнее.
Немцам я не сказал, что нашел. А то ведь могут подумать, что ты ее нарочно туда затолкал. Дядя Вась, спасибо. Смотри, сынок. Если немцы узнают про ватник, вентиляция, не будут разбираться. Расстреляют и точка. Давай, иди. А его чертежи? Вы обыскали машину, дом, каждый уголок. Они исчезли. Скорее всего, Гопф взял документы в шахту, когда спускался. Это показания его помощника, русского мальчишки, который повсюду с ним ходил. Ассистент, русский мальчишка. Как скоро откачают воду? Работа идет круглосуточно. Я сразу сообщу вам, как только будут новости. Ищите портфель Отто. Если мы не найдем чертежи, это означает, что это была диверсия. Слишком много случайностей, вам не кажется, Отто? Исчезновение Вильгельма. Теперь гибель Гопфа. Я полагаюсь на вас, Отто. Найдите чертежи. Я уверен, твоему отчиму можно доверять. Он на допросе тоже за меня заступился. Самое главное, чтобы они не нашли портфель Гопфа, иначе все, это конец. Они поймут, что он не брал свои документы, а это все, меня арестуют. Будь спокоен, не видать немцам донецкого угля, пока мы вахту несем. Будем Олег! Подтапливать шахту, пока сможем. Ладно, Юрка, пошли. У нас тут амурные дела. Привет. Привет. А где ты так долго пропадал? Не нужна я тебе, да? Партизаны, наверное. Интересно, куда их везут? Сама не догадываешься. А хорошо, что их поймали. Они же на немцев нападали, они даже их поезда взрывали. Меньше надо было партизанить. Прощай. Олег! Олег, ты куда? Олег! Олежек! Познакомься, сынок, это штандартенфюрер Ренатус. Он будет квартироваться у нас в комнате Фредерика. Нам придется пожить некоторое время внизу. Ну, не беспокойтесь, фрау. Это ненадолго. Моя миссия в этих краях уже близится к финалу. Толь! Что? КГ и Н. Ага. Я нашла букву. Что ты нашла, маечка? Мягкий ну-ка. Знак. Ну что же это за буква такая? Ну была бы серьезная нужная. Эта буква никому не нужна. Ненужные буквы, это же ОРА. Майя. Же. Нам все буквы нужны. Получат от нас немцы. Пропаганда на 7 ноября, а? О. Майя, маечка. Отстань. Ну, что у тебя? Питер! Плюс нужен? Нюся, нужен. Вань, помоги. Вот еще. Я бы починил, только мне вот инструменты еще нужны. Инструмент и укромное место. Держи, профессор. Грот. Да, в грот. Да Володька все свои инструменты перенес.
Там наших вешают. Diese Menschen werden aufgehängt, weil sie Partisanen sind. Эти люди будут повешены, потому что они партизаны. Простые красноармейцы, они не партизаны. Für alle anderen hängen, bis sie verderben. Они тут будут висеть в назидание остальным, пока не сгниют. Die Wagen der Leichen abzunehmen, werden auf der Stelle erschossen. Тот, кто посмеет снять трупы, будет расстрелян на месте. Видимо, из окружения вышли, а уйти не успели. Они погибли за нас. Надо снять их и похоронить. По-человечески. Сколько человек охраняют тела? Двое виселицы вот здесь на виду. Остальные все в трактире, который открыли в подвале, ждут сигнала. Четверо много. Будет шумно. Шуметь нельзя. У меня есть мысль отвлечь их. Я буду отмечать именины, например. Могу их заманить в трактир. Вы за это время сможете снять тела. Но у вас будет минут 15. Не больше. Сучья погода и сучья работа. Арно им там в теплой кімнаті с горілочкою, та? А мы тут вздыхаем. Это из-за них. Костер не греет, ни черта. Здорово, Даля. Опцы! Че? Мерзнете? Пост стоит, служба висит. А вы выпивали. Я угощаю. Для чего це? А? Как? Тарян. У меня именины. Меня мама назвала Евсеем. Евсеем. А я на самом деле... Кто я? Я Толя. И получается, крестили ты меня как Евсея, а я Толя. У меня именины, я угощаю, мужики. Даю вам ровно... Две минуты. Две. Для размышления и принятия верного решения. Идем. Иди уже. Давай. Ой, пришло оно все до биса. Никуда эти мертвяки не втечут. Правда, сходим на пять минут, вернемся. Пошли. Живо. Давайте скорей. Времени чертовски мало. Ну не дури, хана будет. Что вы тут робите? Треба підмогу звати. Ні, з підмоги ділиться треба. Дулюєм всім. Це наші гроші. Наші гроші. Извините, мужики, дайте прикурить.
Іди, іди звідси, хлопчик. Партизани? Мужики, я... Можна... Це ми їх знайшли. Дайте пальнуть, а? Вон, по лисенькому худенький такой, а? Дай пальну. Вали, от... вали отсюда. Це ми спіймали. Що ти на мене орєш? Я тебе поздравить хотів, а ти... Іди, іди. Дай пальну. Он мертв. Мертв. Хлопцы, пожалейте, не стреляйте. Ради моего сыночку. Пожалейте, хлопцы. А ты пожалел пацана, которого до смерти засек? А ты пожалел девочку на рынке, которую забил? Что ты смотришь на меня, Вить? Либо они, либо мы. А я этих сволочей знаю. На них крови больше, чем на фрицах. Уходи. Надо закончить начатое. Винтовки заберите. Вить! Это... Давай. Вы уж простите нас, бойцы, что так закопали тайно без почести. Я уверен, мы победим в этой войне. Честная комсомольская, над вашими могилами загорятся красные звезды. Вы настоящие герои. А мы, если понадобится, отдадим свои жизни так же, как вы. Достойно. Спасибо вам. Спасибо. 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 Ладно, комендантский час закончился, через 2 часа на работу, а сил совсем нет. Немцы теперь озвереют. Уже, наверное, обнаружили. Пусть звереют, если есть. Куда дальше? Они у нас еще 7 ноября хлебнут. Так неделя осталась. Успеем. Успеем, успеем. Это точно. И флаги нужно сделать. Мы с девочками сделаем. Только из чего? И придумать, как их поднять. Пойдем, ему сейчас надо одному побыть. Прошу вас. Танки. Благодарю. Я хотел бы побыть здесь один, с вашего разрешения. Он был моим близким другом. Натюрлих. Разумеется. Thank you.
Караульный! Проворонил. На 10 минут отошли. У Толика... У Евсея. У Толика, у Евсея. Именины были. Мы там все сидели. Их было четверо. Черт им пособлял. Раз, два. Весь до чистой силы не обошлось. Три. Четыре. Раздеть их. Клиенте их раздеть. Поменять им таблички, как было. Я партизан. Нужно, чтобы немцы не догадались. Кто проболтается, лично паскуду пристрелю. Василий Александрович, Василий Александрович. Народ все равно прознает. Жены их лаять будут. Лучше сразу признаться. Да что, девчонка, против меня прешь? Василий Александрович, нет. Я тебя лично пристрелю. Василий Александрович. И повешу с ними за компанию. Да уж лучше так сдохнуть, чем потом немцы повесят. Может, мешки им на голову надеть? А женам скажем, что в командировку послали. Молодец, сынок. Ты беги за мешковиной и веревку захвати. А ты, грамотей, малюй новые таблички. Ага. Сынок. Ну, голова. Чем я могу тебя отблагодарить? Василий Александрович, у меня горе. Тетка надысь померла. Мне под воду. Вещички перевезти. А, будет тебе под воду. Хватайся, мужики. Давай вместе возьмем. Ага, хорошо. Сейчас, подожди. Первый снег. Завтра растает. Ну и пусть. Лёва. Осторожно. Теперь за работу. Ненавижу эту музыку. Не музыка, а какой-то шнапс с сосисками. И главное ведь это везде. И насильно музыка, школа, работа. Слушайте, а может мы им свою музыку поставим, а? Поздравим жителей Краснодона с 7 ноября по радио. Как? Слушай, они же по всему городу есть. Ну? Как ты это сделаешь-то? Придумаю. Мой голос услышит весь Краснодон. Здорово, Евсей! Сидишь? А шо? О! Ха! Богатырь! Быстро ж ты! Наследство перевез! За ночь управился! И шо? Богата тетка жила, а то, может, шо и съестного оставила. Поделился бы с хлопцами, а? Богата. Это не твоя хата. Кушай, кушай. Евсей? Ну? Картошечки? Ноги должен мне мыть. Да ту воду пить. Это что? Русские люди, записывайте на работу в Германию. Будем получать хорошие деньги и питание.
Стой, документы. Пускай все записываться на работу в великой стране Германии. Гутен так? Добрый день. Гутен так. Добрый день. Я Ткаченко. Ткаченко я. Да, да, да. Так и пиши. Ткаченко. Вас из глаз, что случилось, фройлейн? Гутен так. Добрый день. Вот рек. Скажите, а где здесь записывают на работу в Германию? По коридору налево и прямо вторая дверь. Данки шон. Спасибо. Извините. Извините, пожалуйста. Мне нужен кабинет, где записывают на работу в Германию. Это на первом этаже, барышня. Здесь радиорубка. Ого! Сколько тут разных штуковин. Он даст сайн радио? Это и есть радио? Я. Да. Ман мус воль зашлау зайн. Наверное, надо быть очень умным, чтобы во всем этом разобраться. На самом деле это не сложно. Фройлейн, сюда не положено ходить, но... Но мы могли бы выпить с вами чаю? Если хотите. Я? Да? Данки шон. Спасибо. Давай. Погоди. Получилось. Я себе чуть голову не сломал, пока этот станок собрал. Братцы, дадим этим немцам дулю на лафете! Ребята, я еще букву принес. Давай. Здорово. Ваня-чан. Ваня-чан. Что за... Надо текст сообщения составить. Как на 7 ноября по радио поздравляют. Нужно ёмко. Давайте. И коротко. Угу. Нужно обязательно сводки с фронта. Да. И Москва не сдалась. Это само собой. Давайте так, товарищи. Трудящиеся временно оккупированных районов СССР. Нет, русские люди. Ребята, мягкого знака нет. Давайте букву «Р» перевернем. Будет похоже. Молодец. И украинцы. И белорусы. Армяне. Первомайка. Петрик, Майя, Жора. Да. Вы ответственные за флаги. Хорошо. Остальные за листовки? Есть. Да. Краснодон. Рыночная площадь. Дема и братья Левашовы. Да. Да, ведь. Так, Олег. Олегу лучше пока не высовываться, ребят. Это точно. У него живет Ренатус. Гена, продолжайте подтапливать шахты. Это ваша основная задача. Тюлень. Мы с Лёбой вешаем красное знамя на комендатуру. А листовок на всех хватит? Да, листовок хватит даже на Ворошиловград. Уля. Да. Что с радиорубкой? Я все узнала. По выходным там никого. Только дежурный и связист на втором этаже. Вот как проникнуть в радиорубку, у меня есть план? Растяжки поставим. Да, растяжки. А вот как обезвредить связиста, я... Я подумала об этом. Пузырек на стакан воды. Два глотка, и он будет спать.
Время операции назначаю на 4 утра. В это время самый крепкий сон. В это время господа офицеры разъезжаются из кабаре. Ничего страшного. Господ офицеров я беру на себя. Think my last, Ваня. Спой-ка нам, Ваня. Хочу послушать твой ужасный язык. Макс. Давай. Ох, лунная ночка, белый снег серебрит, тройка веселая к цыганам летит. Жить! Сиди. Распошел Ваня. Тройка борзая летит. Распошел, коль кутить, тогда зови. Распошел, тумбросы в игре пошел, пошел. Да распошел, хорошая моя. Ян, добрый вечер. Ян! Самогон! Ein Moment! Сейчас. Ян! Ян! Was ist los? Что случилось? Ян, guten Tag, guten Abend. Ян, добрый вечер. Ой, Магус. Идиот. Ты с ума сошел, идиот? In diesem Zimmer haben wir es. Shh. Wir haben es sehr gemütlich dort. Ну что, моя сладкая? Там страсти бушуют, веселье горой. Свиньи, твари, всех жидов и цыган расстрелять. Жизнь протекает волшебной мечтой. Давай, давай, давай. Налейте бокалы вина, забудем невзгоды, коль выпьем все до дна. Зачем, сволочи, ее трогал?
А он что? Ничего не отвечает. Ну, я ему врезал по зубам. Так он сразу все и выложил. Ага. А ну, подожди, Афанась. Что такое? Что это было там? Что такое? Якись лесенка стояла. Какая лестница? Показалось, чешу. Эй, а? Толян! Шш, Гридь, когда кажется, креститься надо. Вот ты даешь, Толян. Тише. Пойдем-ка я вас угощу. Слышь, Толян? Да, слышу. Вот что значит не доспать, да не доесть. А вот теперь можно звать меня на свидание. Давненько, Ванька, мы так не гуляли. Аж сердце щемит от радости. Истосковалось больно по-нашему. Да, не всякий немец выдержит русскую пьянку. Мути. Мама. Я дома. Господин полковник, вставайте. Просыпайтесь. Ребят, я закончил. Все проходы заминированы. Как только услышите первый взрыв, сразу текайте. Поняли? Хорошо. Угу.